Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский конькобежец завоевал 3 медали Кубка страны. Крылья Советов доверяют главному тренеру Веркаутерну. Крылья Советов преследуют неудачи в премьер-лиге. Они потерпели 5 поражений подряд, однако руководство клуба не рассматривает вопрос смены главного тренера. Об этом сообщил председатель Совета директоров Крыльев, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Цитата. «Клуб продолжает рассчитывать на Франка Веркаутерна. Причины поражений – травмы футболистов, низкая реализация голевых моментов, а также спорные судейские решения». В Коломне прошел 2-й этап Кубка России по конькобежному спорту. Самарец Евгений Назаров 3 раза поднимался на пьедестал почета. На дистанции 1000 метров он занял 2-е место, отстав от победителя всего лишь на 0,07 секунды. Еще одно серебро Назаров привез в забеге на 1,5 километра. А вот уже в масс-старте 16 кругов Евгений обогнал всех соперников и завоевал золотую медаль. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.